Доброе утро, друзья. Я зашел в маленькие сосны проверить, как здесь обстановка. Рыжики или маслята? Нету, ничего нету. Но зато появился вот такой вот грибочек. Вот еще. Я так полагаю, это гигрофор. Что, уже гигрофоры пошли? Самые поздние грибы в таком лесу. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но вроде бы это гигрофор. Ну а я еду дальше в лес. Вы со мной, друзья. Пойдемте прогуляемся. Пойду поищу белые грибы. А пока что проверил зонтики и рыжики. Ничего нету. Так что едем за белыми грибами. А в лесу хорошо. Дубки желтые стоят стеной. Хороший лес, но где же грибы? Вереск, брусника, зеленый мох, серебристый мох тоже есть. Но грибов пока не видать, друзья. Картина пока что печальная. Хотя один польский попался. На тонкой ножке такой, полусушеный. Это все пока что. Но я надеюсь, я верю. Это самое главное. Зашел в маленькие сосны. И здесь тоже печальная картина. Какие-то рядовочки растут, правда. Не знаю, что это за гриб. Маслят нет, рыжиков нет, мухоморов только. Да, друзья, 15 октября сегодня. Вот мухомор ползет, красненький. И все, есть маслят обычно валом. Куда же они пропали? Или они уже все были? Да. А это что? А, так это мухомор. Вот так вот. Нету грибов. Какое-то печальное зрелище в моем лесу. Где я люблю собирать вот такие грибочки. Это польский. Но он, смотрите, плесневый старый. Тут обычно польских валом. Куда же грибы делись из этого леса? И белых нету, посмотрел грибничку с белыми. Кстати, был сушеный тоже один. Как будто уже были грибы, но это было давно. Слоя-то не было. Не знаю, еще теплится надежда. В этом лесу мы собирали в конце октября 29-го. Это был 2018 год. Поэтому надежда еще есть, но уже с трудом верится. Эх. В лесу, конечно, красиво. Дубки все пожелтели. А сосны вечно зеленые. Контраст классный. Обычно здесь вот бывает много польских. Но сейчас ничего нет.
тишина. Здесь обычно идешь и прям валом. Один на одном сидишь. И не видать тебе. Дождик начинается. Пора мне идти к машине. Ладно, друзья, если что найду, включусь, конечно, покажу вам. Но пока что новости печальные. И это Южное Подмосковье. Какую-то шляпочку увидел. Эти старинные польские, он уже все. Никакой. Все они были уже. Но обычно польские идут весь октябрь, еще и в ноябре. А тут закончились. Странно. Все-таки я верю, что будут еще грибы. Ну а вы что думаете, друзья? Пишите в комментариях. Будут еще польские? Или все? Обычно еще в ноябре собираем. Неужели ранняя зима будет? Неохота. Неохота завершать сезон. Что-то попалось, друзья. Смотрите. Хотя. О! Целый польский гриб попался. Обычно все гнилые были сегодня. Смотрите, целый один. Так, тоже интересней. Это уже вселяет небольшую надежду. Хоть один польский грибочек попался. Так, настроение улучшается. Но я все равно пойду к машине. Здесь нет еще. Случайный попался. Из последних, а может быть, первый из новой волны, да? Немножко червивая. Ладно, идем дальше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О! Не, ну это уже, ну хотя бы целый более-менее. Он, конечно, сушеный уже. Хотя, смотрите, тут как бы чистый, но не, он уже старенький. Но не гнилой, по крайней мере. Второе место по качеству занял сегодня. Жесть. Где грибы, друзья? Куда ехать? Барам, 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 бабам, бабам, бабам. Смотрите, упругий. Ах ты, сушеный уже, ну, такой твёрденький. Радуюсь уже двум грибам. О, жесть, жесть, друзья. Тяжко грибнику на это смотреть, вспоминая прошлые года, как я здесь косил грибы, белые, польские. Ну как, друзья, давай, я вам сейчас попробую, если не забуду, сюда ссылочку кину. Посмотрите, как в этом лесу я находил белые грибы, польские. Гляньте. Обалдеть, что здесь было и что сейчас, да? О, два гриба. Вот. Вот, видите, как потрескался грибочек. О, все, он вырос еще в засуху, видимо, когда не было дождя. Ладно, друзья, у меня уже скоро выход. Эй, только обкатился. Давайте посмотрим, чистый или... Не центр червивый. В общем, все, друзья. Погнали. В сторону дома. Дождь пока прекратился, надо быстрее бежать. Я посмотрел прогноз, колбаса летит. Такая длинная. Дождик будет, в общем. Ладно, лес. Увидимся. Я надеюсь, еще в этом году будут грибочки. Еще попался. Ну, тоже сушеный, да. Хотя чистенький, смотрите.